Телеканал КРТ представляє. Володимир Зеленський може залишитися на другу каденцію. Так вважає перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов. В ефірі телеканалу «Україна-24» він сказав, що люди просто не захочуть відпускати такого президента. Втім, остаточне рішення за Володимиром Зеленським. Чи готовий він до другого терміну? А давайте послухаємо заяву представника Офісу президента. Моє мнение, исключительно моє мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди там не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Почему? Потому что это там человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он также подходит ко всем процессам. Так вышло просто, что мы давно знакомы. Я наблюдал и видел, как эти процессы выстраиваются. У него там такое чувство воли, ум, знания, компетенция. То есть у него все это в такой совокупности, что мое мнение, что это большой шанс для страны иметь такого руководителя. Раніше, нагадаю, Володимир Зеленський говорив, що залишатися на другий термін президентства не планує. Стосовно другого терміну президента, от цікаво почути вашу точку зору. Ну, я думаю, що пускай Зеленський не беспокоїться, на второй срок він точно не пойде. От даю, можу поспорити з вами на бутылку коньяку. І можу об'яснити. От ми говоримо, неважно, плохой правитель или хороший. Это потом скажет история. Иногда нам кажется, что он плохой, а кажется хороший. Историю пишут переможцы, пане Денисе. Но, тем не менее, ее переписывают еще раз. А вот, но смотрите, самое главное, что Зеленский не сделал. То, что сделал Путин и то, что сделал Кучма. Они оба сделали вертикаль власти. У Зеленского до сих пор вертикали власти нет. Это значит, что он не удержится. Дякую. Воно... До речі, дуже наближено. Дякую вам за аналітичну таку відповідь.